Привет, ребята! Снова с вами Панго. Спокойной ночи. Ну что, уложим и Панго спать. Так, ребята. Ночь. Домик. Кустик. Кто-то там спит. Луна и звездочки. Так, кто у нас тут? Хрюндиль. Уоп. Разбили луну. Так. Панго, привет. Что случилось? Да, это луна, мы разбили ее. Это был Хрюндель, кстати. Надо собрать. Давай. Ночь. Классно. Кто эту музыку так громко слушает? Белочка. Нельзя так шутить. Мы тут спать собираемся. Эй, хватит, хватит. Вот так, у нас ночь, а ты балуйся. Музыку громко слушать нельзя. Ну что, давай. Кто там уже стучится? Зайка. Ну что вы с белкой делаете? Панго, не бойся, мы тебе сейчас поможем. Ребят, уходите, нам время спать. Ой-ой-ой-ой-ой, это беспорядок. Надо сделать порядок. Совсем с ума сошли. Зачем они это делают? Мы же спать хотим. Давай, давай, спать ложиться. Свет выключать? Готово. Кто там еще пришел? О, привидение! Ну откуда ты взялась? Вот в то время, когда я спать хочу. Зачем? Не бойся. Не бойся. Не бойся. Все, он уже ушел. А кто в окне? Дождь. Надо закрыть окно, потому что вода течет. Ой, гроза. Сильная гроза. Ого. Кто там под кроватью? Восьминог. Эй, восьминог, давай домой иди. Все, я его убрал. Где твой мишка, держи. Все, теперь никто тебя трогать не будет. Спокойной ночи. Тебе снится? Ну давай. Один, ослик, два, три, четыре. Пять козочки. Барашек Джон. Ну что, ребята? Панго у нас спит. Ребята, тихо, не бегайте. Хрюндель. Эй. Го-го-го-го. Ну что, ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если нет, то дизлайк. Подписывайся на наш канал. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока. До новых встреч, до новых видосов.